Вот зачем она ей была нужна? Вы понимаете, да, какие у нее здесь игрушки? Я не могу вспомнить, от чего это маска. Ну, вы понимаете, да? Но я все равно его не ношу, он мне не нравится. И... Палец, вы видите, что у нее есть? Палец. Всем большой привет, рада видеть вас у себя на канале. Сегодня у меня будет небольшое расхламление детских игрушек. Может быть, даже и большое расхламление, не знаю. Ну, в общем, хочу немножко почистить эти игрушки, потому что их слишком много, все навалено. Нужно уже, пора бы уже все это дело привести в порядок. Приготовила специально уже вот такой вот мусорный мешок, для того, чтобы сюда складывать те игрушки, которые я собираюсь выкинуть. Также в отдельную кучку я пока что буду складывать те игрушки, которые я хочу пока что убрать на время, чтобы Даша про них забыла, а через какое-то время я ей снова их дам. Я иногда так делаю, чтобы те игрушки, которые ей надоели, убираю с ее глаз долой. Через какое-то время она про них просто забывает, и когда я ей достаю, когда я ей даю эти игрушки, для нее они становятся снова как новые, и она снова начинает ими играть. Поэтому, если вы так не делали, еще попробуйте. И да, если вам интересно такого рода видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А я уже буду начинать, и, наверное, сейчас я хочу высыпать с коробок все игрушки. У меня на полу здесь и так уже лежат игрушки, я сейчас дополнительно еще на них высыплю, и, в общем, буду сортировать, убирать, и... покажу все. И, кстати, хочу в конце ролика показать те игрушки, которые я буду выбрасывать, почему я их буду выбрасывать. В общем, смотрите до конца. Надеюсь, вам будет интересно. Я собрала, выбрасывать оказалось не так много, как я думала, но сейчас покажу, что я буду выбрасывать. Во-первых, первое, это вот такую вот штуку. Вот зачем она ей была нужна? Это такая насадка на ведро. Когда мы покупали швабру, она шла в комплект вместе с ведром, и там была на ведро такая насадка, чтобы швабру это можно было как бы выжимать здесь. Но я ею не пользуюсь, мне вообще неудобно ей пользоваться, и Дашка у меня ее выпрашивала, я ей дала. Какое-то время она с ней играла, но давно уже не играет, и она просто вот занимает место в коробке с игрушками. Поэтому, наконец-то, я ее буду выбрасывать. Дальше, оказывается, тут занимала место еще вот такая вот коробка. Это коробка из-под машинки, я уже засунула ее в коробку. В общем, папа покупал Даше такую машинку на пульте управления, и коробка, оказывается, валялась среди всех игрушек. Поэтому занимает место, выбрасывать. Следующая игрушка. Старая компьютерная мышка. Она у нас что-то там с ней случилось, в общем, поломалась. Дали ее играть Дашке. Раньше ей нравилось, кстати, вот здесь вот щелкать ею. Ну, тоже. Уже давно не играет, поэтому что она будет валяться, решила тоже ее сразу все выбросить. Дальше, следующая нашла клей-карандаш. Этот клей-карандаш давным-давно закончился, он полностью пустой. Тоже все в мусорку идет. Еще у нее в игрушках я нашла вот такую вот штуку. Это от масленки. Крышки уже нету, она где-то поломалась, давно мы ее выбросили. А вот эта штука, я помню, она как-то у меня выпрашивала ее, я ей дала, и так она у нас и осталась в коробке валяться.
Вот, наконец-то руки дошли, чтобы ее тоже выбросить. Следующее. Цветочек какой-то тут весь потрепанный, задрипанный, выбрасываю. Ленточки какие-то тоже нафиг не нужны, выбрасываю. Вы понимаете, да, какие у нее здесь игрушки? Мою ситечко. Раньше я им пользовалась, пока Даша у меня его не забрала. Уже все оно, видите, испорчено. И она сама им больше не играет, поэтому выбрасываю. Также выбрасываю такое вот ведерочко с крышкой. Здесь было тесто для лепки, да, я ей как-то покупала, и ведерочко оставляла ей играть. Ну вот, не играет, вроде бы, тоже буду выбрасывать. Потом выбрасываю еще вот такие вот бутылочки ее детские. Уже давным-давно она ими не пользуется и не играет, поэтому выбрасываю. Следующее, я даже не помню, от чего это. Вот такое вот, то ли это колесо, то ли что это. Я не могу вспомнить, от чего это. И может быть, это даже что-то нужно, но это точно не от игрушки какой-то. Не помню, от чего это может быть. Так что, может быть, я даже пока что это оставлю. Откуда она это вытащила, не знаю. Но это не игрушка была точно. Да, я ее сейчас оставлю. Следующее, давала ей как-то блокнотик свой. Она тут рисовала, малевала вроде бы немножечко. Ну, кстати, здесь много чистых листочков. Да почти все остальные чистые. Не, я его не буду выбрасывать. Пока оставлю, пусть дальше мулюет. Так, выбрасываю вот эти вот крышечки. Какое-то время раньше я их собирала, у нас есть целый мешочек с этими крышками, но, честное слово, они уже мне так надоели. Короче, мешочек у меня отдельно лежит с этими крышками, а вот эти вот, которые валялись, буду выбрасывать, не нужны уже больше. Дальше, следующие вот какие-то вот такие вот штучки нашла. Это были какие-то лепесточки от игрушки маленькие, которые нам попадались в киндере. Вот, они постоянно снимаются, и они бумажные, тем более быстро порвутся все равно, поэтому тоже буду выбрасывать. Потом крышечка вот такая вот от крема Nivea, она раньше играла, это была ее как бы тарелочка, что ли. Тоже давно не играет, выбрасываю. Маска, ну вы понимаете, да? Маска была новая, не подумайте. Вот, она даже выглядит, видите, в каком состоянии. Она взяла играть новую, но порвала быстро резиночки, и после того, как она их порвала, ей, конечно же, уже стало неинтересно с этой маской. Выбрасываю. Дальше какая-то баночка. Это из-под чего? Из-под меда была баночка. Тоже выбрасываю. Следующее выбрасываю вот колесо какое-то от какой-то игрушки. Это точно уже от игрушки. Ну, не знаю даже от какой. В общем, выбрасываю. Даша мне тут одевает браслетик, который я собираюсь выбросить. Я как-то заказывала его на Алиэкспрессе. Дашка у меня, конечно же, его выпросила. Я ей дала поиграть, и она его порвала. Вот. Вообще он должен быть вот такой вот. В виде замочка, дай покажу. Вот здесь замочек есть, как бы такой браслет. Все. Вот такой вот должен был быть браслет. Ну, в принципе, если замочек вот этот не расстегнуть, а все время ходить вот с этим вот застегнутым замочком, то как бы он целый. Но я все равно его не ношу, он мне не нравится и вообще, короче, выбрасываю. Следующее, хочу выбросить такую вот игрушку. Тоже попадалась, по-моему, в киндере, но мне не нравится, что здесь вот это тело и вот эти ножки, они не держатся. Вот я сейчас поставила, но она легко снимается и теряется, в общем. Такая какая-то ненадежная конструкция. Поэтому, скорее всего, сейчас я ее тоже выброшу. Дальше выбрасываю такой вот контейнер, или как его назвать, в общем, от наушников. Здесь были наушники. Вот так вот закрывались. Тоже она что-то играла. Ну, уже давно-давно не нужно. Выбрасываю. Потом какая-то вот пластиковая карточка от фикс прайса. Выбрасываю. Дальше. Палец. Вы видите, что у нее есть? Палец. Там внутри раньше была батареечка, и как бы нажимаешь на нее, и палец, получается, светился, что ли. Что-то такое было. В общем, какая-то игрушка. Еще нашла у нее здесь такого старенького прилипала, у которого ножку Даша отгрызла давным-давно. Он уже не липнет, да и вообще, вот, ну что за игрушка? Это не игрушка уже. Выбрасываю. И выбрасываю еще вот такой вот пакетик от Sunlight. Она в него ничего не складывает, не играет с ним, поэтому, чтобы не валялся. И последний выбрасываю вот такую вот коробку. Вот только что она была целая. Дашка ее прямо сейчас при мне, может сказать, порвала. Коробка была из-под сладкого бокса, она туда складывала раньше киндеры, какие-то такие мелкие игрушечки. Ну вот сейчас она ее порвала, и я, в принципе, все равно собиралась ее выбрасывать, поэтому вот. Все выбрасываю. На этом мое расхваление подходит к концу. Кстати, я ни одну игрушку не отложила на потом, как я хотела отложить. Но ничего страшного, как-нибудь отложу в следующий раз. У меня получился вот такой вот большой мусорный пакет хлама. Вот действительно хлама, это даже не игрушки, это действительно какой-то мусор у нее здесь копился, лежал.
Давно надо было это сделать и все выбросить. И на этом я буду заканчивать, буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео вам было интересно. Надеюсь, оно вас замотивирует, может быть, тоже провести какое-то расхламление детских игрушек или просто чего-то в доме. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, как всегда, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!